А тем временем мы отправились к побережью Цнянского водохранилища. Это одно из самых живописных мест в Минске. В теплые и знойные дни минчане нередко выбирают отдых здесь, у воды, а поэтому пляжи постоянно обновляют. Что было сделано к этому летнему сезону, узнаем у представителя Минского лесопаркового хозяйства Екатерины Менюк. Екатерина, знаю, что работа начинается задолго до начала самого летнего сезона. Вот что было сделано этой весной? Цнянское водохранилище у нас пользуется большей популярностью, потому что находится в черте города. Здесь больше отдыхающих. В текущем сезоне на Цнянском водохранилище силами работников предприятия изготовлены и установлены две беседки деревянные, комплект лесной мебели деревянный. Также обновлено оборудование, проведен ремонт, покраска пляжного оборудования. На Цнянское водохранилище и на другие водохранилища приходит очень много спортсменов, которые занимаются здесь и велоспортом, и установлены у нас тренажеры, установлены теннисные столы, также много волейболистов. В этом году к нам обратились волейболисты, вместе с которыми мы организовали дополнительную волейбольную площадку на 4-м пляже. Ежегодно обновляются и сами пляжи. Знаю, что песок какой-то специально используется. Как вообще за ним ухаживают? Как вот это все происходит? В текущем сезоне предприятие провело подсыпку береговой линии песком высшего класса в объеме 6000 метров кубических. Песок привозился с карьеров с Смолевического района. На обслуживании предприятия находится 20 пляжей. На всех их проведена подсыпка песком. И специально для очистки песка предприятие приобрело пляжеуборочную машину. А основное условие для работы пляжеуборочной машины – это чтобы была сухая погода. Мы ее отправляем рано утром, когда нету еще посетителей, чтобы не доставлять дискомфорта отдыхающим. Знаю, что инклюзивный пляж появился на Заславском водохранилище. Вот что именно было сделано? С кем, может быть, консультировались? На 9-м пляже Славского водохранилища в этом году мы создали условия для людей с ограниченными физическими возможностями. Работали мы с ассоциацией инвалидов-колясочников, совместно проводились работы. У нас установлена специальная кабинка для переодевания с пандусом, для того, чтобы можно было туда заехать. Комплект лесной мебели также с пандусом и с полом деревянным, чтобы можно было свободно перемещаться. Также деревянный настил и пирс, чтобы можно было спокойно иметь доступ к воде непосредственно. Ну вот вообще, куда, в принципе, кроме Цнянского водохранилища, можно отправиться отдохнуть в Минске, где еще была проведена какая-то работа, может быть, еще какие-то новинки есть? В черте города у нас находится 6 пляжей. 5 пляжей – это Цнянского водохранилища, 1 пляж на водохранилище Дрозды – это пляж номер 2. Остальные пляжи находятся в черте Минского района. Но они не менее популярны, тоже очень пользуются спросом. На всех пляжах проведена замена оборудования. Планомерно мы заменяем старое оборудование непригодное, делаем демонтаж на новое оборудование. Установлены новые кабинки, новые мангалы, новые урны, беседки также металлические на других пляжах установлены. В этом году мы демонтировали некоторое детское оборудование, установили новые виды детского оборудования. Надеемся, что в ближайшее время погода будет установиться хорошая. Желаем всем минчанам, гостям столицы приятного отдыха.